Фасциола. Именно он виновник гибели ягненка. Улитка-прудовик, промежуточный хозяин Гельминт. От животных, уже больных фасциолезом, яйца фасциол попадают в воду. Здесь из них выводятся личинки, так называемые мероцидии. Встречая моллюска, они активно внедряются в его тело, где протекает ряд стадий их развития и размножения. Через несколько месяцев из тела моллюска выходит множество личинок, цирукарий, которые оседают на болотных растениях. И теперь они уже способны заразить скот.